Способностью видеть все обладает мультиспиральный компьютерный томограф на 160 срезов. Срез полсантиметра дает возможность обследовать даже самые мелкие сосуды, органы и ткани человека за долю секунды. Такое оборудование теперь есть и в арсенале сосудистого центра областной больницы. Это для исследования больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, для определения патологии сосудов, сердца, органов брюшной полости, малого таза, грудной клетки. За один оборот трубки мы можем посмотреть и сердце, и сосуды, и легкие, и это значительно ускоряет и улучшает качество диагностического процесса. Аппарат такого уровня – прорыв в медицине для Ульяновской области. Раньше качество томографов не позволяло наблюдать за движением крови и исследовать работающее сердце. В целом и по стране таких машин – единицы. Мы заказали монитор, и управление аппаратом можно осуществлять непосредственно из процедурной. То есть можно делать вмешательства, делать пункции непосредственно уже в самой процедурной под контролем КТ. Например, заведя иглу в какой-то сосуд. Специфичен и стол, где пребывают пациенты во время процедуры. Его разработали специально под пациентов регионального сосудистого центра. Часто прямо на столе медики проводят реанимацию человека. Грузоподъемность стола выдерживает 300 килограммов, когда обычно он рассчитан на больного весом не больше 120. С возможностью томографа нового поколения ознакомился губернатор. Уникальный набор функций, пакет электроники, которыми обладает томограф, также позволяет консультировать и лечить пациентов из любой точки региона. Рената Алиулова, Александр Кудряшов, новости Ул Правды ТВ.